Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Мистер Саллер. Подошло время нашего розыгрыша 5 билетов на биткоин-конференцию в Киеве. Ну что же, у меня составился здесь такой списочек, и в нем участвует 16 человек. Будем разыгрывать 5 билетов. В случае, если будет повторяться номер победителя, то в таком случае мы будем заново переигрывать. Вот, в общем, 5 билетов, 16 человек. В принципе, условия довольно-таки интересные. Будет, скажем так, 5 победителей с большим шансом, потому как принимает не так уж много народу, как обычно бывает. Вот, ну что же, поехали. Вот у нас 16 позиций. Сейчас я захожу на random.org и указываю число. 1-16. В этом списке, который я вам показал, здесь участвуют те люди, которые выполнили все условия правильно. Так их гораздо больше, но вот люди не читают правила, и, к сожалению, это такая большая ошибка, потому что многие, скажем так, не могут принять участие просто из-за своей невнимательности. Нужно всегда внимательно все смотреть. Так, ну что, вот у нас random.org, и у нас сейчас будет первый победитель. Нажимаем Generate и смотрим, число 13. Переходим обратно в список, это у нас Петр Буйнов. Так, сейчас мы заходим на это видео. Кстати, как у нас тут круто, 444 лайка и 4 дизлайка. У нас куча четверок. Так, смотрим, Буйнов. Так, в списке Буйнов. Так, где же он у нас, Буйнов? Вот он, Петр Буйнов. Переходим по ссылочке по его. Так, да, действительно, вот он есть, репост. Отлично. Так, ну что ж, тогда пишем ему сейчас личное сообщение и пишем о том, то, что он победил. Был он 25 минут назад, город Воронеж. Вот у него репост есть, вы все сами видите. Все, пишем ему страницы Мистер Саллер. Личное сообщение. Ну и напишем. Привет, ты победил. Ну, допустим, свяжись со мной. Вот так вот. Так, ну что, можно, думаю, что скопировать это и просто будем уже дальше это мы дублировать. Так, отлично, одному мы написали. Дальше поехали. Один победитель у нас есть. Давайте в таблице будем отмечать. Вот у нас Петр Буйнов, ставим плюс. Так, едем дальше. Опять нажимаем слово «Generate». И вот у нас под номером 5 второй победитель. Это Судромвид. Так, переходим под видео и смотрим комментарий от такого человека. Так, вот он. Переходим по ссылочке. Рома Судаков. Так, вот пост. Так, отлично. Все условия он выполнил. Шикарно. Пишем ему. Так, едем дальше. Ставим ему тоже плюс. Так, вот он. Так, что-то у меня плюс ставиться не хочет. Ладно. Тогда мы сейчас его как-нибудь отметим. Так, что-то тут у меня прям непонятные вещи какие-то пошли. Так, вот, я отметил одного и второго. Так, дальше переходим на random.org и нажимаем опять Generate. Выпадает у нас цифра 6. Это у нас третий победитель, Алексис Алькандра. Переходим в комментарии и ищем его. Вот он. Вот он пишет, что сделал здесь перепост. Так, отлично. Нужно бы понять, как с ним связаться. Так, сейчас, секундочку. Мы просто-напросто ему сейчас напишем... Мы ему прямо сейчас здесь и напишем в комментариях. Я думаю, что он увидит. Либо будем потом искать его уже контакты, чтобы связаться с ним и вручить ему эти билеты. Так, где он у нас? Вот он. Так, у нас остается два билета. Два билета в лето. Так, отмечаем. Отлично. И поехали дальше на random.org. Номер 9 это Каролина Марин.
Ищем Каролину Марин. Каролина Марин. Так. Что-то я такое не вижу. Но она здесь точно должна быть. Так, вот я нашел. Каролина Марин. Так, открываем, смотрим. Да, действительно есть. Все отлично. Пишем сообщение. Ну, это, скорее всего, девушка, поэтому мы добавим «ты победила». Так, отмечаем тоже как победителя. Напоминаю то, что мы сейчас разыгрываем. Мы разыгрываем 5 билетов на блокчейн в Киеве. Это будет масштабная конференция, на которой будет присутствовать много людей, много, скажем так, полезных контактов, с кем вы можете пообщаться. Ну и тех людей, с которыми вообще можно на тематику криптовалюты пообщаться. Возможно, даже какой-то опыт получите для себя. Это тоже не исключено. Так, переходим на random.org и уже определяем последнего. Это цифра 1. Это у нас Илья Вахрушев. Так, сейчас мы ищем Илью Вахрушева, чтобы написать ему о том, что он победил. Так, вот он, страница ВКонтакте. Так, это Елена Шевченко. Угу. Отлично. Так, пишем ей о том, что победила. Тогда вот есть пост, все отлично. Так, и значит, все те победители, которым я сейчас отписался, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Я вам обязательно эти билеты вручу. Также я рекомендую всем принимать условия в следующих розыгрышах. Постараюсь какие-нибудь интересные билеты разыграть на какие-нибудь масштабные конференции. Возможно, даже это будут мероприятия, не обязательно связанные с криптовалютой. Возможно, это будет что-то типа Витфеста. Вот недавно был Витфест, я на нем присутствовал. Хорошее мероприятие, мне очень понравилось. Также у меня было приглашение на странице и ВКонтакте, и я размещал это видео на Ютубе. Вот, друзья, в общем, подытожим. У нас есть 5 победителей. Со всеми победителями я связался, всем написал. Теперь жду обратной, скажем так, отдачи какой-то этих победителей, что они мне ответят, и я им отправлю уже билеты. Вот, с вами был мистер Сайлер. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!